Доброго дня, мои приятные молодые люди, с вами, как всегда, Эльдар, я снова не в Беларуси, приехал в Россию по каким-то делам, не скажу по каким. А если хотите узнать, то подписывайтесь на мой инстаграм, там больше информации, йоу! Хотел поговорить об ограничении по возрасту на моем последнем обзоре, возможно, какая-то часть аудитории его даже не видела, поэтому я сразу оставлю ссылку на него в описании. Снял я, собственно, обзор очередной. Свежий, горяченький обзор подоспел и вставил туда кадры с очень интересного сайта Blacked. В общем, это порно с черными мужиками. Че тут скрывает-то, господи. И я на монтаже, 20 раз просмотрев этот ролик, не заметил женскую оголенную грудь. Попрошу впредь школьников, которые замечают сиську голую в видео, больше не писать 440 миллионов комментариев о том, что «Ха-ха, твой ролик скоро заблокируют, посмотрите, там сиська видна». Понимаете, YouTube, он все индексирует, комментарии считывает, там настолько интеллектуально умная система. Интеллектуально умная. Именно такая. Что люди вообще ролики не отсматривают, робот сам понимает, что надо блокировать, а что нет. Он анализирует видео, комментарии, вообще все анализирует, делает вывод, что нужно кинуть 18+ на это видео. И только после того, как я подаю апелляцию, человек уже руками отсматривает, типа, ой, какой-то блогер очередной идиот, не досмотрел что-то, и принимает решение, снимать 18+ или нет. Поэтому, ребят, если вы видите какой-то фейл там в виде сиськи на будущее, пожалуйста, не надо об этом кричать. Я прекрасно понимаю, что это мой косяк, и мне нет оправдания, надо было смотреть внимательнее. Но самое интересное, что я успел заметить, то есть я уже начал читать комментарии после публикации, где были первые сообщения о том, что Эльдар, на 19 минуте 25 секунде, по-моему, видна сиська. И на первом моменте я замазал ее нормально с помощью ютубовского плеера, а на втором блюр съехал. И сиську было все равно видно где-то 0,2 секунды. Самое интересное, что апелляцию на 18+, я подал дня 4 назад, и служба поддержки ответила мне только вчера, я не знаю, они походу просто на сиську засмотрелись. И хочется все-таки подметить, что это очень все избирательно происходит. Последний клип Оксимирона и Маркула, отличная работа, очень шикарная, но там прям, знаете, такие жесткие кадры с расчлененкой. 18+ не ставят, потому что это творчество. Конечно, я понимаю, что обзор на украинские шоу такое себе творчество, но... Какое-никакое! Кто-то любит такой трешачок, кто-то Оксимирона, кто-то Оксимирона и трешачок. Зачем ограничивать творческого человека? Может, сиська так задумана? Это же не откровенная порнуха, там этой груди вообще в принципе незаметно. В общем, ребят, те, кто не успели посмотреть видео до 18+, те, кто не видит его на моем канале, пожалуйста, если вы зарегистрированы как несовершеннолетний пользователь, либо разлогиньтесь и посмотрите мое видео, подтвердив, что вам есть 18 лет, либо... Если вы не залогинены, не зарегистрированы, просто посмотрите это видео. А если вы просто его не видели, вы взрослый человек и не посмотрели мой обзор, посмотрите, я старался, правда, качественный контент. Просто обидно, когда YouTube ограничивает и хочется, чтобы просмотры были, ребята, ну блогер же. Правда, стараюсь, веселю вас, и вот такие вот ситуации происходят. И пару слов о проекте Hype Camp. Для тех, кто не слышал, это школа видеоблогеров, где ребята отобранные будут жить в каком-то замке и учиться... блогерству. Наверняка вы посмотрели эти два выпуска, и что я хочу сказать. Поначалу я оправдывал действия Дани Комкова тем, что на таком проекте должен быть свой Саймон, как на X-Factor. Goldfish wanting to be a shark. Ну, немного погодя, посидев, проанализировав, я понял, что это поведение немного не подходит для такого проекта. Мы недавно общались с ребятами, с блогерами, и как хорошо заметил Гурам, видимо, после украинских шоу у меня к трэшу уже просто иммунитет. Поэтому, посмотрев Hype Camp с покерфейсом, я подумал, тут даже никого не изнасиловали. Сама по себе задумка не новая и не плохая. Мало ли, может быть, наши бдительные судьи найдут каких-то талантливых ребят, но, как показала практика, нет. Это просто какие-то рандомные, более-менее харизматичные люди, которые импонировали тому или иному судье. Я уже говорил ребятам и поделюсь этой мыслью с вами. Я считаю, что кастинг для видеоблогерского проекта должен проходить офлайн. Либо человек должен выходить со своим видео, с компьютером, не знаю, с флешкой, вставлять на сцене, и должны люди смотреть видео. Вы кастингуетесь на видеоблогеров. Вы избираетесь на видеоблогеров. Вы выбираете видеоблогеров. Как можно на проект провести
видеоблогеров отбирать по стендапу, по пению, по какому-то юмору импровизационному. Это невозможно. Ни один стендап-комик сразу не придумает что-то годное. Нет, конечно, есть ребята, но их можно по пальцам пересчитать. Я думаю, я не первый, не последний, кто это говорил и скажет, но это правда выглядело очень ужасно. Я считаю, что нужно было дать несколько тем, на которые ребята могли подготовиться. Допустим, даже если это стендап. Стендап про школу. Пару панчей, там каких-то анекдотов вычитать в интернете, прийти рассказать все. И то для видеоблогера это перебор, вы не должны уметь шутить. Если ты хочешь снимать про рисование или про то, как правильно одевать презерватив на пенис, не надо уметь петь, не надо уметь шутить, не надо ничего. Нужно уметь пользоваться видеоредакторами, уметь более-менее связно разговаривать и не смотреть в экранчик, как делает это Эдвард Атева. И вообще, если вы хотите стать видеоблогером, старайтесь поменьше себя любить. Я понимаю, что очень хочется любоваться в этот экранчик на себя любимого и красивого. Господи, какой я секс. Но нет, смотреть надо четко в объектив. Общайся со зрителем, пацан, девчонка, дед. Я подожду еще пару выпусков хайп-кэмпа и сделаю, скорее всего, отдельный какой-то ролик, где будет худший проект интернета хайп-кэмп. Не потому, что я его там ненавижу, он мне не нравится, потому что дизлайки там просто в небе. Вот полетел дизлайк. Многие говорят о том, что специально Даню посадили, чтобы он был такой мразью, и все видеоблогеры говорили о том, что, блядь, чё чувак себе позволяет? Но нет, мне кажется, сами создатели проекта этого не планировали, и сейчас они просто алчно потирают руки и смеются. Да-да-да, мы так и планировали, да, это мы такие умные, специально Даню посадили. Но нет, пацан просто словил массу хейта, организаторам хорошо, просмотры идут, бабки влили не зря. Качественный контент. Очень много грамотных ребят, которые понимают, как это должно все выглядеть. На данный момент это выглядит унижением детей. Поэтому я предлагаю тебе пойти смотреть свой сериал на СТС 3 сентября, по-моему, да? Нет, от меня я не нет. Согласна. От меня нет. Что не есть хорошо? Конечно, в какой-то мере это урок для них, что не все в жизни дается легко, и на твоем пути встречаются вот такие вот сволочи в виде Дани Комкова. Но это очень сомнительный урок. Знаете, как ты отдаешь своего ребенка в какую-нибудь школу, а учителя там просто тупые имбецилы. Кто в этом виноват? Руководство. Поэтому еще раз, организаторы HypeCamp, вы теперь знаете, к кому обращаться. Ну а с вами был, как всегда, Эльдар. Подписывайтесь на мои социальные сети, ставьте лайки. Всем пока.